Грантовый акселератор «Путь к успеху» реализуется в Сарове в этом году уже пятый раз. Программа дает возможность предпринимателям, самозанятым и людям, которые только планируют открыть свое дело, получить финансовую поддержку до 150 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта. В этом году на акселератор заявились как опытные предприниматели, которые не первый год участвуют в программе, так и новички. Достаточно большое количество новых участников, новых проектов. И это новые для нас пока незнакомые лица, но их предложения, идеи, они действительно очень интересны и важны для нашего города. В этом году некоторые наши профи, так сказать, мастодонты этого рынка, уступили дорогу молодым участникам. И в этом, на самом деле, большое преимущество, потому что появляется большая возможность заявить о себе, получить, собственно говоря, такую хорошую базовую школу образовательную и без ошибок запустить свой бизнес и в том числе получить поддержку. Грантовый акселератор «Путь к успеху» с 2019 года проводит Центр поддержки предпринимательства совместно с Ассоциацией промышленников и предпринимателей Сарова Рафиат Свиниев при поддержке администрации города, Министерства социальной политики Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы. Мы каждый год, когда приезжаем и на установочную конференцию, и на защиту, и делаем такой объезд по участникам прошлых лет. Вот, поэтому видно, что участники все работают, все предприниматели работают, социальные проекты действуют на благо развития города Сарова. Вот, и, конечно, у нас Центр поддержки предпринимательства, который проводит акселерационную программу, всех участников поддерживает очень хорошо. Первый этап акселератора включает в себя серию практических тренингов и вебинаров по основам социального предпринимательства, генерации бизнес-идеи, бизнес-планированию, маркетингу и продвижению, управлению социальным предприятием, подготовке презентации и искусству выступления. На втором этапе участники будут защищать свои проекты перед жюри. На установочной сессии предприниматели обсудили организационные моменты и получили напутственные слова от специалистов. Это всегда проекты социальной направленности. Да? Мы очень любим, когда проекты направлены на взаимодействие с подростками. Всегда интересно, когда проекты направлены на создание новых рабочих мест. Да, сейчас например, мини-проект, микропроект, но в перспективе мы видим, что здесь есть возможность для создания рабочих мест, а значит, это увеличение налоговых платежей, да, улучшение жизни сотрудников. Всегда здорово, когда ребята заявляются с проектами производственного характера. Финансовую поддержку могут получить 5-6 проектов. Итоговая защита проектов состоится 15 ноября. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.